Эй, дед, что ж ты по городу ездишь? Сегодня 31 число. Мы вообще-то подарок привезли. Пропускай, внучок! Мы подарок для Динамо везем! Новый год же весь скоро! Подарки — это святое, проезжай! Спасибо! А скажи, пожалуйста, это я в какое «Динамо» попал? В Минское или Брестское? Дедушка, Минское, конечно. А ты ехал куда? Ой, слава богу, хоть в этом году не перепутал. Да шучу я, шучу. Что я, своих не узнаю-то, а? Пойдем, пойдем, внученька. Пойдем, дедушка, все уже тебя ожидают. Андрей Иванович, ну где он? Ждем. О-о-о! Андрей Иванович! Ну, наконец-то! Здравствуй, Дедушка Мороз! И кого ты нам привез? Лучшего плеймейкера чемпионата! И удар поставлен, и пас хорош! Вот только есть один минус! Судьи не спорить любят! Ну куда же сейчас без этого? Ну что, выгружай! Опа! Открываем? Открываем! Сейчас волшебные слова произнесу, и можно будет открывать! Динамо суперклуб! Я знаю все вокруг! Серый кислый всем забьет и вперед нас поведет! Ничего себе, за 10 лет форма похорошела. Ну и что, Серега, 10 лет прошло, вот ты и дома. Поздравляю, Серега, с возвращением. Дорогие болельщики, поздравляем вас с наступающим Новым годом. Крепко вам здоровья и веры в лучшее. Но мы обязательно постараемся в этом сезоне. Жду вас на стадионе.